Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Регистрация для майнинга призм будет происходить в несколько этапов. Итак, первое действие. Что такое электронный кошелек? Все знают. Есть электронный кошелек для биткоина, есть для эфириума. И вот мы будем регистрироваться сегодня в кошелек призм. Здесь не только хранятся ваши деньги, они здесь еще и увеличиваются в количестве. То есть они здесь майнятся. Это ваш печатный станок. Для регистрации переходите вот по такой ссылке. Эта ссылка будет в описании под роликом. Она общая для всех, как и в любом электронном кошельке. Но для того, чтобы активировать ваш кошелек, ваш пригласитель должен подарить вам монетку. А для того, чтобы начался майнинг. Для того, чтобы зарегистрироваться в Prism Wallet, там, где будут майниться монеты Prism, нужно перейти вот по такой ссылке, которую вам даст ваш человек, который вас приглашает. Вы переходите по ней и нажимаете на регистрацион. Значит, мы копируем вот эту фразу от начала и до конца, которая вот здесь будет находиться, без пробелов, и сохраняем ее где-нибудь на текстовом документе. Нажав на зеленую кнопку Sync, мы создаем себе пароль. Нажимаем на кнопке, должно быть 4 цифры. И нажимаем на ОК. Теперь еще раз вводим эти же самые цифры. И нажимаем повторно ОК. Все, мы зарегистрировались в кабинете. Нам присвоили адрес кошелька, на котором будут храниться наши призмы. Для того, чтобы его скопировать, нужно на него нажать. Выйдет вот такая табличка. Нужно будет опуститься вниз немножко. И копировать его нужно вот здесь. От хвостика до хвостика, чтобы не захватить пробел, нажимаем «Скопировать». Копируем вот этот публичный ключ, тоже от хвостика и до хвостика. И тоже его сохраняем в текстовом документе. Для того, чтобы совершить активацию вашего кошелька, вам необходимо скопировать вот эту строчку и вот эту строчку и отправить человеку, который вас пригласил, для того, чтобы он вам перекинул одну монетку, и она попадет вот сюда вот на ваш баланс. И тогда заработает парамайнинг, и вы увидите, как начинают с одной монетки капать вам сатоши. Сейчас мы с вами зарегистрировали кошелек призм. Сейчас у нас здесь по нулям. Это место, где хранятся наши вложения. Это парамайнинг, где мы видим, где накапливаются наши монеты, где они майнятся. Как мой старший спонсор говорит, это наша печатная машина для денег. После этого мы с вами регистрируем обменный пункт CryptoBest. Второе действие. Регистрация в обменник CryptoBest. Ваш пригласитель заносит вашу электронную почту, которую вы ему дадите, к себе в свой обменник. Вот сюда, в эту строчку. Создает вам временный пароль. Вот в этой строчке. И в третьей строчке он повторяет пароль. Например, 1, 2, 3, 4, 5, 6. После того, как он нажмет на кнопку «Готово», вам на электронную почту придет письмо для того, чтобы вы активировались. Затем вы привязываете свой CryptoBest к электронному кошельку Prism. Смотрим на практике, как это сделать. Действие 2А. Привязываем CryptoBest вашего пригласителя к вашему CryptoBest. То есть активируем ваш CryptoBest. Мы в нашем кошельке CryptoBest нажимаем вот на эту кнопочку «Новый клиент». Сюда вставляем его почту, а сюда пароль сами придумываем. Например, самый легкий 1, 2, 4, 5, 6. Повторяем этот пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это чтобы человек запомнил. И нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь нажимаем здесь на ОК. Теперь наш человек, которого мы привязали к своему CryptoBest'у, он заходит на свою почту. Танюша, заходи на свою почту. Регистрация Т2П, да? Да. Прохожу по ссылке, да? Да, там тебе ссылку прислали, проходи по этой ссылке. Теперь я закрываю свою демонстрацию экрана. Танюша, открывай свою демонстрацию экрана. Итак, Татьяна перешла по ссылке, которую ей пришла на почту. Сюда ты вставляешь свою почту верхнюю. Теперь здесь, где паспорт, я тебе сделала пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводи. Послать. И теперь письмо пришло на почту опять. И вот этот код копируешь. Ну, запомни, 9161.
вводим вручную, если не копируется, и нажимаем «Послать». И вот Татьяна зашла в свой кабинет. Пароль не сохраняй, потому что ты его должна изменить. Теперь ты нажимаешь на первую кнопочку «Данные» справа. Здесь, да, «Данные». И здесь ты должна будешь запомнить свою фамилию, имя, страну. Да-да-да, ваша федерация. Номер телефона. Опускайся ниже. «Сохранить». Окей. Так, теперь «Изменить пароль». Видишь, вот кнопочка. «Изменить пароль». Вот, нажимаем. Потом аватарку создашь. Ты создаешь пароль и нажимаешь кнопку «Сохранить». Отключай демонстрацию экрана. И сейчас я захожу в свой кабинет. Вот нажимаю здесь на MLM. И у меня появился новый пользователь Татьяна. Действие 2B. Связываем свой обменник CryptoBest со своим электронным кошельком Prizm. Нажимаем на кнопку «Данные кошелька». Вот сюда надо поставить кошелек Prizm. Значит, тебе надо зайти в свой Prizm, где таймер, где у нас деньги печатает, да? И скопировать вот эту верхнюю строчку. Нажми правой кнопкой мыши. Опустись вниз теперь. Вниз, и вот здесь, видишь, адрес. Копируй его. И только без пробелов. Копировать. Вставляешь сюда. Короче, я не буду сейчас показывать, какие кошельки будет вставлять человек. Сюда человек ставит свою электронную почту от Advanced Cash, а сюда кошелек Perfect Money. Если есть Nix Money, то сюда тоже вставляет. И нажимаете на кнопку «Сохранить». Теперь нужно обновить страницу. И данные кошелька Prizm. Все, кошелек провязался. Вот теперь в синей-голубой строке прописан открытый ключ. То есть Prizm Wallet. Мы связали сейчас наш печатный станок, так скажем, с нашим кошельком. Вот с этим вот. CryptoBest. Третье наше действие. Переводим монетку Prizm с кошелька пригласителя на кошелек приглашенного. Для активации майнинга монет Prizm у приглашенного на его электронном кошельке Prizm. Для того, чтобы перевести один Prizm партнеру для активации его Prizm кошелька, вы должны знать его адрес, вот этот вот, и его открытый ключ. Для этого нажимаем вот на эту кнопочку «Send». Выходит табличка. Сюда мы вставляем адрес кошелька. Начинается он со слова «Prizm». Вставляем сюда. Видите, начинается на слово «Prizm». Это адрес кошелька вашего партнера, которому вы хотите перевести монетку. Сюда вставляем его открытый ключ. Вставляем. Ставим здесь один Prizm. Комментарий писать не надо. И нажимаем на зеленую кнопку. И нажимаем на нее второй раз. Вставляем свой пароль. Нажимаем ОК. Перезагружаем страничку. Вводим опять код. Нажали ОК. Промайнинг у нас вновь заработал. Все, деньги перевелись. Переходим в кабинет человека, которому перешла монетка. Прошло несколько минут, как на этот кошелек человек перевел деньги. Ну, минут 20 прошло, пока мы разговаривали. Обращаем внимание, значит, на кошельке денег нету. И парамайнинг еще не работает. Перезагружаем страницу. Вводим код. И вот посмотрите, уже сколько сатоши намайнилось с $1. Обращаю ваше внимание на то, что здесь нету никаких реферальных ссылок, ни кодов. Здесь привязка кошелька Prizm осуществляется по переводу одной монетки. Тот, кто вам передал монетку, под тем вы и зарегистрировались. Но для того, чтобы вам зарегистрировать человека, вам тоже надо ему передать монетку. Вы, конечно, можете поделиться той монеткой, которую вам подарили, и отправить человеку, которого вы приглашаете, полмонетки. Но, как вы понимаете, для того, чтобы монеты майнились, здесь должна лежать определенная сумма. Самый распространенный вход – 100 Prizm. Но у кого есть возможность зайти на 1000 Prizm, то тут включается совершенно другой счетчик, и монеты майнятся в несколько раз быстрее. Ну и можно просмотреть, на каком месте сегодня стоит Prizm в криптомаркете. Вводим Prizm, нажимаем и смотрим. Вот утром было на 196 месте, сейчас на 203. И цена упала. Хочу сказать, что очень выгодно сейчас его закупать, так как он развивается,
цена его, конечно, будет расти. Если обратим внимание, то вся криптовалюта упала в цене. Буквально вся. Ссылка на регистрацию в Edvancash под каждым моим роликом в описании. Здесь же вы найдете мои контакты. Если вам было полезно это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал и ждем следующий ролик «Как пополнить кошелек Prizm через Edvancash».